Доброго ранку, мы из Украины. Так, рабочий день, ну, я не знаю, это рабочий или нет официально, в общем, работать надо. Враг обстреливал у нас опять Пасху, ничего святого, как всегда. Все беспринципно и подло. Что хочу сказать, с утра пришлось, вот, чтобы не быть таким же неграмотным, как некоторые, многие оккупанты, гуглить город Брянск. Буду теперь знать, где он находится. Думаю, что это, скорее всего, не мы, потому что мы это полдороги до Москвы, то есть, ну, очень, очень далеко, глубоко в России, хоть и важные объекты военные, топливо. Ну, скорее всего, это русские сами себя бомбят, потому что хоть им и надо это все, но точно, наверное, они хотят нагнетать. Очень далеко от границы, точно русские сами себя бомбят. Так, там хорошие новости есть по военным, по движениям. Пытались они нападать там какими-то группами, там, разгромили их военные. Очень прилично, на длине ртой. Вот. Попробовали свои неправильные разведданные, проверили, получили мизелей, пошли чиниться. 13 единиц. Так, что еще? А, еще. В том же направлении такой случай был на выходных, что... Не знаю, правда или нет, потому что, ну, перепроверить до конца, где перехват. В общем, отступили орки назад. Их расстреляли, там человек 30. Ну, тут часть из них расстреляли, часть погнали обратно на передовую. И бог с ним, там расстреляли, все знали про их заградотряды, все их боялись. Но их сожгли. То есть, чтобы скрыть свои следы, их сожгли, мы не стреляли, дым шел, как бы говорят, что вонь старалась страшная. Ну, это как бы совсем уже... Если орки там меня слышат, то, ну... Лучше сдаваться тогда, то есть с оружием или с танками премию получите, без оружия. Нам сейчас нужны пленные, чтобы менять на наших мариупольских, там, гражданских, полоненных. В общем-то, шансы, то, что вас тут убьют и сожгут, ну, минимальны. Поэтому, думаю, лучше сдаваться. Некоторые командиры, то есть вообще, в принципе, там имеют потенциал на всякие документы, как это правильно сказать, чтобы не спалиться. В общем, если много техники и хороший командир, то отпускаем далеко. Всем добра.